мы едины. По таким лозунгам в Барышской епархии прошел ежегодный детский хоровой фестиваль «Светлая Пасха. Праздник души». В этом году творческое состязание собрало рекордное количество участников, а главной его целью стало показать всем, что народ страны един и неделим. Репортаж видеостудии Барышской епархии. Когда поют такие дети ангелочки, пушки обязательно молчат. Единство всей страны на примере одного региона, даже небольшой его части, Барышской епархии, объясняет многое. Больше сотни участников фестиваля из разных уголков Симбирской земли показывали свои таланты и умения на сцене Барышского районного дома народного творчества. Равнодушных в зале точно не было. Духовенство и политики сидели рядом и тайком делились впечатлениями от выступлений участников. Они были действительно уникальными. Помимо песен, главным призом был призыв к миру. На самом деле нет, наверное, таких людей, кто не верит. Ну, точно все верят. Точно верят все в добро. Точно верят в то, что на земле все будет хорошо. Пасхальный фестиваль проводится в Барыше уже не в первый раз и считается одним из главных культурных событий не только в районе, но и во всей Ульяновской области. Приобщение детей к православию значит к миролюбию и добру. Это главное, считает епископ Барышский Индинский Филарет. Воистину Господь пришел для того, чтобы каждый из нас имел наследие и участие с Богом. Потому каждая живая душа для того и родилась и пришла в этот мир, чтобы имела часть с Господом своим. Фестиваль хоть и задумывался как соревновательное мероприятие, но все же проигравших в этот день не было. Праздник должен оставаться праздником для всех. Дмитрий Гурин, Сергей Ивлев. Видеостудия Барышской епархии совместно с Управлением культуры Барышского района. Специально для телеканала «Союз».